Доброе утро, YouTube. Да, да, есть такая фишка, да? Опа. Кирилл истинный джентльмен. Так, девочки, мальчики, мужчины. Кирилл Сергеевич. Только что идем, я ему говорю, у нас уже, как знаете, это в ТикТоке есть цитата из «Служебного романа», что каждое утро начинается событие. Событие с этого, с обычая, за документами. Может даже будет. За документами, девчонки, пришли. Если мы сейчас его получим, мы пойдем трапезничать. Видишь, какая очередь. Но если не получим, то кто-то получит деньги. А что у них за бумажки? Что за бумажку вытаскивать? Надо с кодом, да? Так, девочки, забрала я документ. Долго сидела, наверное, наверное, час, да, Кирилл? Да. Долго-долго. Около часа сидела. Ну, пластиковый контейнер. Кстати, видишь? Контейнер. Да, сейчас я зайду, сейчас. Что Кирилл спать хочет сейчас. Мне только-только открывается, Кирилл говорит. А мне нужно сложить свои стразики, потому что я никак не могу сесть работать. Мне все разбросаны. Вон камушки надо сложить, чтобы в одном месте лежал. Вон какие кружки интересные. Ой, кружка с Микки Маусом. Вообще шикардос. Ладно. Я просто думала тоже. Я думала, останусь, полазию. Но я ж потом, бляха-муха, не вернусь сама домой. Я еще дорогу не выучила от базара. Вот, вот смотрите, сколько стоит. Это набор, да, 1000 лир, 599. Это вот это они чай пьют. Почему они пьют именно с таких чай, я не знаю. Этих стаканов. Кирилл, я не вижу здесь пластики. Ой, какие красивые тарелки. Вау, девочки, сейчас покажу. Ой, это, блин, для туалета. Шикарные тарелки. Я бы такие себе домой купила бы. Шикарные. Прям, вот, прям меня ждут эти тарелки. Посмотрите, какая красота. Это нечто. Ой, у вас пачка еще полная. Легли. Нету здесь пластики. Пошли, чтобы время наверх. Каюмочкой. Отсюда, еще выше. Там еще один этаж есть? Ага. Фига себе. Ой, что я, девочки, так поправилась, не могу живот втягивать. Такие коробки. Хорошие, хорошие. Окей, красивые. 7 кастрюлек. Вот ты шо. А, ты имеешь в виду набор, да? Тебе надо, да? Вообще тема. Не, ну просто за 500 лир, 7 кастрюлек. Не, ну там же зависит еще от какого, ну, какой металл, если металл хороший. Я же тоже не разбираюсь в этом. Я по уборкам, по тряпочкам, а вот это... Но здесь нет пластики. Еще выше на этаж я точно не пойду. А что, еще есть этаж? Ты смеешься? Я тоже уже зевать начинаю.
Я просто что-то как-то есть захотела. Прям реально есть. Хороший магазин. Посмотрите, в один магазин пошел и победил. Не надо вот это бегать по всему базару. Типа кусочек там, кусочек сям. Сразу. Да. Но лифта нет. Ой, а вешалки какие фиолетовые. Посмотрите, да, у меня день, дома, дома, кстати. А вот контейнеры, Филипп. О, Филипп, прикинь, я тебя назвала. Вот Филипп контейнер. Филипп Клайн. Филиппом тебя еще никто вот не называл. А еще? Я думаю, еще есть. Ага, мне надо такие, чтобы они еще влезли в этот шкафчик. Вот такие вот. Может, один такой взять и все? Вот этот я, наверное, возьму, чтобы мы дальше и не бегали. Сколько он? 49? Мне его хватит одного. Да, хватит. Ну, если не хватит, я потом уже знаю, где подкуплю. Мне кажется... Хороший магазин, я тебе скажу. Прям очень даже... Очень даже хороший. Покажи мне тряпочки. Подержи. Подержу. Все равно руки свободные. Не, я хочу тряпки просто взять, потому что у нас прям с тряпками прям хорошая микрофибра. Не, я знаю, что она, что ты уборщице объясняешь, для чего это. Или меня уже шатает, я спать хочу. Она хорошая, девочки, но она односторонняя. Она очень это сама. Она будет размазывать. Сейчас идем. Я просто очень взволнован был. Чего, зайчик? Взволнован от того, что YouTube так хорошо пошел. Спасибо. Ну, еще раз скажи, да, спасибо. Спасибо всем. Спасибо всем, кто на меня подписывается. Прям очень классно. Мне очень нравится. Много идей для съемки. Вот я потихонечку буду это все воплощать, чтобы было вам не скучно. Да. Правильно. Да. Это все. А сколько вот такая штука стоит? С утра в 5 утра контент продумывал. 390. Да. Блин, у нас реально очень хорошая цена. Я знаю, когда Элечка приедет, если пойду я на этот магазин. Выберем. Ну да, одним махом все, раз и два. Да, еще это... есть вот это, знаешь, классно, что сети есть, смотри. Видишь, для муки, для крупы, и они все вот... Сюда, там 2000-3000 взял. Смотри. 100 баксов. На 100 баксов можно скупить весь магазин. Слышь, смотри, сюда мука, сюда сахар, сюда соль. Великолепность просто. Удивительная невероятность. Восхитительная превосходительность. А что ж нет других да, тряпочек, да, которые для этих? А вот нету. Слушай, это вот штука классная, повесить ее для этого. Классная, да, только ее никто вешать не будет, а она потом отпадет. А у меня в ванной нет, я в Икее покупала, не отпадает. Это тебе не Икея. Вот эти вот мне нужно, это надо с Юлей, сейчас я с Кириллом найду. Надо такие вот эти, я вчера сняла на кухне. Не, такой мне не надо, есть. Надо. Ты же вчера купил, не. Такой, вот эти вот такие мы с мамой покупали, прокладочки закрывают полочку. Я вчера их бросила в стирку. Мне нравится, у них вот такие вот переходники. Я в Италии, но не то, чтобы я не обращала внимания. А вот, не видела. $300
у нас на Амазоне. Я хотела купить вот такую вот штуку. Стоило 70 евро. Даже больше. Иду, иду. Я вот здесь сейчас про... Работает кондиционер сильно. Где ты видел тряпочки? Ну, скажи в одном месте все. Не надо бегать по базару. Это типа полотенчиков, смотрите. Ну, то тоже типа как сушилка. Вот получается, тряпки у нас стоили 45, сейчас 29, 99, 30 лир. А вот эти вот стоили 60 и 39, ну, 39, 40 лир. Тряпочки. Идем, потому что у меня же это самое. Вот это деньги, которые вчера отдала Аня, последние за этот. За косметику, которую я ей привозила. Сколько ты нам на такси, сколько там у нас осталось. Я уже даже не помню, сколько она давала. Нам вниз идти, да? Да. Мне просто нравится этот магазин. Еще раз повторюсь. Да. Ну, уже выше нету, да, идти некуда? Нет, выше уже нет. Не так часто что-то не нравится. Я имею в виду плане магазина. Тут прям... Сказал, так, а вешалочки? И вешалочки, и вообще все, что угодно. Все для дома, для души. А смотри, смотри, какие красивые с этими золотыми. Ну, какие кастрюльки. Как есть вообще просто. Он, а мне вот эти белые нравятся. Вот эти беленькие, смотри, какие симпатичные. Ой, да, тоже красивые. Глянь, как типа с этими. Да, ну на беленькой кастрюльке, конечно, будет оставаться. Мы живем один раз, Кирилл, смотри, какая кастрюля красивая. Но из нее же приятно борщ наливать. С нее, да. Шахматная такая. Леска просто. Нет, конечно, круто вообще. Безусловно, ничего не скажу. И, по-моему, здесь недалеко до такси добежать. Недалеко, я думаю. Идем на низ. А? А что ты еще хочешь, да? Да, я хочу кастрюльку. Кастрюльку? Мне очень нравится просто. Кирилл, мне нравятся у тебя беленькие. Мне вот эти три нравятся кастрюльки, потому что маленькие. Они как раз... Для яичек, для каши, для одного для человека. Ну да, я так готовлю, в принципе, потому что иногда... Да, оно тоже красиво сделано, смотри. Написано там что-то. Да, что-то сделано. Что-то написано. Шеф. Мудак. Мудак. Мудфак. Шеф мудфак. Это мастер кухни. Ну бери тогда, что ты не бери, пошли. Да, ну 300 лир. Ну. Что сейчас 300 лир? Вообще ничего, так исключительно. Я прям возьму. И пойду. Бери. Ой, я, девочки, вас закрыла, да? А разница в чем-то остальное. Давай я подержу хоть воду, что ты? Форма другая, наверное. Форма другая, блядь, Марин. Тут сейчас мудфак не написано просто. Это все. Нет, они по толщине, может, разные. Ну, почитай, там же написано. Да нет. Или да. Не знаю. Это даже. Такая вот форма, полукруглая, а это квадратная. Такая. Ну да, кстати. Модель поменялась. Модель поменялась, да? Наверное. Смотри, там нарисовано, что там есть вот такие вот штучки, а их тут нет. Что? Они есть. А тут еще... Ну, это может быть еще такой хозяйственный брак, конечно. Что ты думаешь, стоит брать? Или не стоит? Я считаю, что надо дарить себе эмоцию, возьми, будет приятно. И 300 лир, сейчас вообще-то не деньги.
Вообще просто. Это один раз зайти в магазин, купить пару фруктов и выйти. Шампуни, блин, стоят. Одна шампунь такую цену практически. Посмотришь, как оно потом... Куда ты пошел? Куда он пошел? Они же, наверное, еще знаешь от чего? От разницы по тонкости дна, наверное. Ну, разные металлы, понимаешь? Понимаешь, они же еще... А спроси у нее, она тебе скажет, спроси. Спроси у нее, чем отличается. Кирилл, она тебе посоветует. Ой, господи. Так. А что, они еще спрашивают ни у кого? Что, она тебе скажет, какая разница? Вот еще и три сковородочки. Ну вот, 150 лир. Бери и все. Старое выкинешь, новая жизнь. То, мода. Ну, а старые выкинешь. Ну, я коробочки люблю. Костюмерную по коробке. Ой, фиолетовый чайник, смотрите, девчонки. 299. Видишь, эти подороже, потому что здесь другие. Видишь, какое здесь качество у сковородок? Ну, да. Это сразу видно, что сковородка. А разница небольшая. Эти 150, эти 399. Да. Чугунные сковородки мне, в принципе, не нужны. Вроде все. Все, пошли. Хватит. Спускайся. Достаточно. Итак, хорошо. Ой, как я убиваю. Это мне надо 50 евро поменять. 50 евро? Ну а где я, как я есть буду сейчас? Что? Не знаю, сейчас посмотрим в Гугле. Сейчас 50 евро для Турции, это вообще ничего, это один раз поход в магазин. Если вы девочка, потом купить прокладки, я не знаю, там... К примеру, я сейчас не говорю о кремах, там, зубную пасту, шампунь, бальзам, маску для волос. Короче, какие-то уходы, гигиены, и все, деньги ушли. Так это я сейчас еще вам говорю, что не от этого. Смотри, мне барон вот такую штуку подарил домой. Вот они, может, он здесь их покупал. Смотри, вот так вот. Че, блин, Кирилл, я с тобой разговариваю. Да, говорю, этот принес же мне тогда, типа, и то, наверное, это красивее. А, не, может, он здесь и брал. Да, по-моему, вот такая. Да, вот такую штуку. Это же он пошел, наверное, придурок. И купил, и говорит мне, это я, это ты, вот это, там лов написано. Боже, это какая фантазия у чувака, просто. Да ну что это такое, бабе, блядь, 610-х скоро. Кошмар. Офигеть, какая красивая. Смотрите. Тыквашка. Ладно, все, на кассу мы идем. Уши болят, сережки сняла. Прям болят ушки. Пластика. Давай, идем.